Детский дом в Ельник. На площади опустошенной, разрушен вражеским огнем. Приветливый, многооконный, с цветами в окнах детский дом. Что в мире может быть печальней полуразрушенных печей? На месте прежней детской спальни, среди обломков кирпичей. В зале я видел мячик детский, а рядом школьную тетрадь. Ее примял сапог немецкий, оставив грязную печать. Нет преступления бесцельней, бессмысленней злодейства нет. За детский дом, сожженный в Ельне, в Берлине, в Мюнхене и Кельне, дадут преступники ответ.